Привет. Здравствуй. Что? Я верю, что ты... Береги себя. Как?
приветствую! Сэр? Добрый вечер, сэр. Что тебе нужно, друг? Что удалось узнать о шпионах? Отличная работа. Я знал, что на тебя можно положиться. Боги не зря выбрали тебя, чтобы тебе не думалось. Но мы еще не устранили угрозу, нависшую над Брумой и нашим храмом. Лишь выиграли немного времени. Я предупрежу графиню об опасности. Тебе следует поговорить с Мартином. Я полагаю, он продвинулся в изучении мистерии Мазаркса. Я немедленно отправлю графине сообщение об опасности, грозящей Бруме. А тебе нужно поговорить с Мартином, узнать, как идут дела с Зарксом. Я расшифровал часть ритуала, который сможет открыть портал в рай Камарана. Заркс упоминает о 4 предметах, нужных для проведения этого ритуала. Но пока я расшифровал только одно название. Это кровь лорда Дейдра. Известно, что в дейдрические артефакты вложена частица существа самого лорда Дейдра. Именно эта частица есть основа мощи артефакта. Естественно, их не так-то просто найти, но нам очень нужен дейдрический артефакт. Если тебе удастся заполучить такой предмет, принеси его мне. Я не буду спрашивать, на что тебе пришлось пойти, чтобы добыть его, друг мой. Я слишком хорошо знаю порочность принцев Обливиона. Ты можешь отдать мне этот артефакт? Помни, ритуал уничтожит его физическую форму. Он не появится в Тамриэле еще много лет. Как хочешь, но учти, детали ритуала будут зависеть от артефакта, который мы используем. Поэтому мне желательно получить его как можно быстрее. Я думаю, что близок к разгадке еще одной части ритуала. Надеюсь, мне удастся продвинуться к тому времени, как ты вернешься с дейдрическим артефактом. Сэр, приветствую. Что тебе нужно, друг? Что удалось узнать о шпионе? Я немедленно отправлю графине сообщение об... Я расшифровал... За... Есть... Я думаю, что близок к разгадке еще одной части ритуала. Надеюсь, мне удастся продвинуться к тому времени, как ты вернешься с дейдрическим артефактом. Эта глава Мистерио Мазаркса очень сложна. Я пока еще не расшифровал текст, описывающий оставшуюся часть ритуала. Надеюсь, у тебя дела идут лучше. Я выяснил, что Мистерио Мазаркса является одновременно и вратами, и ключом к раю Камарана.
В некотором смысле эта книга и есть рай Камарана. При помощи темных ритуалов, о которых я и говорить не буду, Манкар Камаран связал себя с Зарксом, когда создавал свой рай. Врата туда можно, впрочем, открыть и снаружи. Это несколько более сложно, поскольку мне придется на время связать себя с этой книгой. Но я верю, что это можно сделать. Я продолжу работу по расшифровке предметов, необходимых для ритуала связывания. Я все еще пытаюсь понять, что есть второй предмет, используемый в ритуале. Приветствую! Это глава Единственный способ добыть дейдрический артефакт — искать культы, посвященные лордам Дейдра. Книга «Современные еретики» — лучшее введение в дейдрические культы. В здешней библиотеке есть экземпляр. Помни, ритуал Мистериума Заркса уничтожит физическую форму этого артефакта, чтобы высвободить его энергию. Я все еще пытаюсь понять, что есть второй предмет, используемый мы в ритуале открытия. Но я близок к расшифровке соответствующей части. Сэр! Приветствую, друг мой. Ты находишься в святом месте. Что привело тебя сюда? Это святилище Азуры, королевы рассвета и заката. Что привело тебя сюда? Если ты хочешь говорить с леди, посети ее святилище на рассвете или на закате. Оставь ей приношение в виде светящейся пыли, и, возможно, она снизойдет до разговора с тобой.
а буду здесь. Я слышала твое имя, ибо его шелест эхом отдается в сумерках среди танцующих теней. Я прошу тебя об услуге, предлагая славу и награду в обмен. Много лет назад 5 моих последователей убили вампира по имени Дратик и его родичей, но оказались заражены кровью этого отвратительного создания. Зная свою судьбу, они запечатали себя в его логове. Их страдания болью отзываются в моем сердце. Отправляйся к опустошенной шахте. Дверь в нее откроется перед тобой. Принеси покой смерти моим последователям, и ты заслужишь мою благодарность.
Благодарю тебя, смертный! Их души теперь свободны, и 5 ярких свечей будут отныне гореть пред моим алтарем в память о принесенной ими жертве. За твои услуги прими этот дар. Твои деяния будут навечно вписаны в книгу судьбы. Надеюсь, тебе понравится здесь. Что может миролюбивый монах сделать для тебя? Мы служим ушедшим на покой жрецам мотылька из имперского города. Труд, которому они посвятили жизнь, ведет к постепенной потере зрения. Они живут в полной темноте в тайных катакомбах. Правда, их это совсем не волнует, потому что они слепы. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Поговорим? Конечно. Да укутают тебя мягкие шелка. Я не должен говорить это тебе, но я знаю, что тебе можно доверять. Слепые монахи в катакомбах сторожат этот камень. Говорят, он обладает магической силой. Только не говори Хриде, что я тебе это сказал. Меня могут изгнать за это. Я не могу сказать тебе это. Это может привести к нежелательным последствиям. Я не настолько хорошо тебя знаю. Да укутают тебя... Что, Хорошо, хорошо, я покажу тебе. Но только потому, что ты мой дорогой друг. Следуй за мной. Пожалуйста, проявляй учтивость и не беспокой монахов.
окутают тебя мягкие шелка. Надеюсь, тебе понравится Сейчас ты узнаешь, что так